Вы сказали, давайте вернемся к вашему довольно резкому высказыванию относительно того, что Путин уходит. А с чего вы взяли? Я просто знаю это. Это знает все его ближайшее окружение. Не могу сказать, что меня удовлетворяет этот ответ. А объясните, я к этому очень спокойно отношусь. Ну, просто объясните для тех, кто не знает. Вот как только он объявит о планах транзита, вот именно о тех планах, которые он сейчас обдумывает, о модели транзита, все станет понятно. Ну, в принципе, если внимательно смотреть телевизор, то уже становится понятно. Что именно? То, что ему придется уйти. Придется уйти, или это его собственный выбор? Вы знаете, судьба нас толкает порою в такие условия, когда других решений не остается. Судьба неумолима. Мы приобретаем власть и теряем ее. Кто же выкручивает Путину руки в настоящий момент? Судьба. Судьба, он это очень хорошо знает. Об этом знает, кстати, обстоятельства, с которыми он столкнулся. Кстати, об этом знает на Западе, в частности, об этом прекрасно знают немцы. Поэтому одна из причин, по которой Германия не хочет форсировать санкции. Они рассчитывают иметь дело с новым правительством Российской Федерации. А есть ли какие-то, ну вот, скажем так, триггеры, на которые вы рекомендуете обратить внимание в пользу этой версии? Вот помимо слова «судьба», да, можно еще какой-то конкретик? Индикаторы, да, ограничения числа людей резкое, с которыми Владимир Владимирович общается. Ограничение публичной активности. Да ну что, дело разве в вирусе? А в чем? Нет, конечно. В том, что чем меньше людей его видит, тем лучше. Почему? Ну, чтобы не возникали вот такие мысли, которые мы с вами сейчас обсуждаем. Потому что у нас многие хотели бы так подумать, но не решаются себе в этом признаться. Это, знаете, история со смертью Сталина, вот хрестоматийная, что люди плакали, рыдали, провожали его в последний путь. А я прекрасно знаю, что значительная часть страны запиралась и пила на радости. Вот я это очень хорошо знаю. Вот. То же самое может произойти и сейчас. Люди суеверны, они боятся обмануть судьбу. Но Сталин все-таки умер. Он не ушел, он все-таки умер. Есть некоторая разница. Есть некоторая разница в том, что если вы знаете некоторые вещи, то вам лучше уйти самому. Надеюсь на чудо, допустим. Но версия про самоубийство Сталина, я, честно говоря, не припомню. Нет, не самоубийство, упаси Боже. Никакого самоубийства не было, но то, что его окружение, конечно, этому было радо, это факт. Хрусталев машину, вы это имеете в виду, да? Да, ну это известная история о том, как к нему не пускали там врачи, собственно, уже и врачебная помощь квалифицированная в доступности не оказалась, но в силу истории с врачами-вредителями. Много чего можно было об этом рассказывать. Часть реально, часть спекулятивно. Но это очень показательная история. Вот, скажем, Владимиру Владимировичу очень не нравится, что у Мишустина прозвище Хрущ. По аналогии с Хрущевым. Почему не нравится? Я думаю, понятно, какие исторические реминесценции это прозвище вызывает. Смотрите. И поверьте, это совсем не случайность. Там целая историческая аналогия уже выстроена. Теми людьми, которые поддерживают премьера Мишустина. Ну, а объясните, вот что называется, в словах. Для группы российской элиты, причем высшей, он считается самым оптимальным преемником Владимира Владимировича. И они знают, что этот вопрос должен перейти в практическую плоскость довольно скоро.